Класно. Сорокмерна яма. She sell this little ribbons to help soldiers in the hospital. Без рук, без ног, без глаз, ребятам. Сколько они хотят? Сколько не жалко, дают по-разному. 50, 100 и 200 помогают ребятам. 100. Спасибо вам за помощь. Спасибо. Слава Украине! Героям слава. Вы откуда? В Лас-Вегасе. Ясно. Приехали на экскурсию? Ну так. Я родом из Кременчука, Полтавская область. Тарас наш. То вы сейчас находитесь в Кременчуге, да? Это к вам гость? Да. У меня брат живет в Кременчуге. Я ни разу в гостях не была. Знаю, что он там живет где-то за городом, частный сектор. Приглашают на некогда. Вот, верить в некогда. Життя так это. Ну и как ваш гость, как ему это все, что он рассказывает? Крис, what do you feel about Крис, all of it? Да? Да. It's very sad. Сына моего теж. Дуже йому обидно, що так тяжело. Тяжело. Поступово. Да, иностранцы, конечно, многие вот так сочувствуют, помогают, потому что для них это вообще дико. Вот это все то, что тут случилось, это конечно. Ну, весь Майдан прошел. She was in Майдан all time. Были на Майдане. Так. А я приїжджала в 2013-му, і я тоді не могла зрозуміти, що тут відбувається, я вже жила там в Америці. Ну так це в 13-му, а було в 14-му. Ну а вже ж тут у вас збиралися в 13-му, вже були тут такі... Ну такі... Так, були такі да. Предпосилки, да. 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 І ніхто ж, коли був Майдан, ніхто не підозрював, чим воно закінчиться. Угу. Ніхто навіть не то, що нагнітення було, да, нагніталася обстановка, да. Причувствие якесь було, щось. Ну, щоб таке ніхто не мог взагалі себе представити, розумієте? І ви бачите, і все одно нічого не змінилося. Як не змінилося? В лучшу сторону, дуже даже. Да, в лучшу. Ну, ви кажете, спросіть, Дім Простолок, що тут буде? Ну, що, його зараз намагаються реставрувати. Питаються, зараз там щось робити, там періодично. Что-то сверли, что-то сварка какая-то. Что-то пытаются, да, сделать. То есть его сносить сначала думали, не будут, я думаю, сносить, потому что это работа ведется. Это даже занавесили ткани, чтобы сюда не летела пыль. Но пыль, естественно, когда работают, все равно не сносят. Но теперь опять начнут вот это все. Что-то вытворять там. Ну там внутри, я представляю, что там. People die there, people get wounded there. Говорят, что там и пыль.
the other like kind of doctors and nurses come and help. But I think separatists block them and don't let them go, and they burn them out inside. Shooky. I said, it's very sad that this Maidan didn't give nothing, didn't give anything to people for the future. I said, why you don't see a changes? We're getting worse now. She's like, sarcastic. Живут военные, живут там батальон Донбасс, сейчас есть пацаны, вот правый сектор там был, это то, что я знаю, кого я зрительно знаю, ну вот там, да, есть военные, даже семьями сейчас живут. Доброго, доброго, всего вам доброго, дня, дякуємо вам, хорошего. Дякуємо, дякуємо. Слава Україні. Hard hats, yeah. Most of the people, it's the people from west of Ukraine. Hold this for a minute. Train today from Chicago. Kyiv, Donetsk, Kirovograd is next to Poltava region. Oh my god. See, it's a real Cossack. Real Cossack had always mustache like that. Mayor, Khmelnytsk lady. That's Julia's 88 року. Julia's age. Julia's 88. Tires are from, it's a part of the protection, people build barricades right there. They're original. Що зробила власне? Поставила 4 і 3 бетонні плити. And what governments did for this beautiful
what must be done for this memorial place. Should be beautiful stelas and really organized pictures. Look, everything can be damaged by nature. It's not right. And what the governments also put all this for what is it, stelas? It's even not organized right, assholes. Making billions on us every day. And they even didn't have, you know, enough heart to build something beautiful for generation. Remember all the sad days. Скотиняки. Да. Це ж хотіли сносити все абсолютно. Oh. Це ж ще ж люди боролися за те, щоб... Governors even wanna smash everything and don't do nothing here. They wanna race out from our memories everything. But people start to, you know, protest and almost got quiet. Fuck them. Люди боролися, щоб оставити хотя бы.